Школы республики ежегодно входят в рейтинги лучших школ страны. Теперь и младшие братья дошкольные образовательные учреждения Чувашии могут похвалиться достойными позициями в рейтинге 100 лучших детских садов России. Звание лауреата получил детский сад номер 134 города Чебоксары. Творожная запеканка, тихий час, прогулка. Оказалось бы, что за десятки лет в детских садах ничего не изменилось. Но это лишь на первый взгляд. Современные учреждения к воспитанию и образованию детей подходят комплексно, используя новейшие методики. В детском саду «Жемчужинка» в режиме игры мальчики и девочки учатся считать, писать и читать. А главное – говорить и общаться со взрослыми и сверстниками. Воспитатели понимают, как важно подготовить ребят к взрослой жизни. Получить общественное признание на таком престижном уровне – это большая честь, это высокая оценка скромного, но непростого труда воспитателя. Это яркое доказательство того, что вдоволь работают талантливые педагоги, любящие свою профессию и своих воспитанников. Каждый день в этом садике проходят необычные сюжетно-ролевые игры, игры-эксперименты, совместные проекты с родителями, интерактивные занятия. Скучать здесь некогда. Мы там капусту красим, опыты делаем, книжки читаем, танцуем, поем. В скутом зале мы бегаем, прыгаем. Место в рейтинге для сотрудников детского сада не повод останавливаться на достигнутом. Впереди много конкурсов и проектов республиканского и всероссийского уровня, в которых нужно доказать, что место в сотне лучших у «Жемчужинки» заслуженное. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.